Выиграли и забыли. Больше 130 миллионов тенге не забрали победители казахстанских лотерей. Счастливчики просто-напросто не пришли за огромными деньгами. Что делают с невостребованными выигрышами, сегодня рассказывали в Астане. В течение 6 месяцев оператор лотереи ждет своего победителя. Эти выигрыши, чтобы правильно было понимание, не остаются у оператора лотереи, не зачисляются в их доход, а зачисляются в государственный бюджет в виде неналоговых платежей. Это по закону лотереи и лотерейной деятельности. Точное число победителей лотереи ведомстве не назвали. Это секретная информация. Говорят, многие, кто сорвал джекпот, желают оставаться инкогнито и всячески избегают публичности. Особо боязливые даже призы забирать приходят в масках и очках. А некоторые в случае разглашения суммы выигрыша и личных данных угрожают еще и судом. Отмечу, за прошлый год доход от продажи лотерейных билетов в Казахстане составил 356 миллиардов тенге. 305 из них направили в призовые фонды.